Друзья мои, а сегодня мы будем делать с вами рульку. Вот я ее надрезала. Нам надо достать отсюда косточку. Красиво, нежно, не нарушая целостность шкурки. И вот получился вот такой кубик. Он бывает разной формы, в зависимости от размера рульки. Надо, значит, вот это вот место заполнить вот этим мясом. Значит, посолили, поперчили. Положили чеснока, вот перчика вот так вот. Вот такой у нас получился красивый коврик. И обязательно не забыть посыпать желатином. Это важная составляющая этого блюда. Вот так, как будто солим. Теперь этот красивый этот коврик скручиваем вот так вот в рулетик. Плотно-плотно. Сколько есть сил. Все, что вываливается, запихиваем. Заворачиваем это дело все в фольгу, туго так же, как есть возможно. Делаем конфетку и закручиваем вот так в стрейч. Перевязываем веревочками, резиночками, как конфетку, как колбаску. В удобную емкость и варим от закипания 1,5 часа. Вытащили и положили под пресс. Килограмма хватит примерно. И пускай остывает. Потом в холодильник на ночь. И все, утром вкусная закуска. Вот досталась с холодильника, сейчас ее разрежу. И вот как минимум получается 14-15 кусочков. Вкусно!